Продолжение Квасняковской темы. Город Энгельс. Село Квасняковка. Улица Колхозная. Не, небольшая лужица. В прошлом году асфальт вот ремонтировали. Но как видите, вот сейчас как увидите, что стало после этого ремонта. Осталось. Улыбается водитель. Что ему остается вот делать? Яма. Здесь полностью вышло из строя полотно асфальта. А дальше. И вот смотрите, как едут здесь маршрутные газели, которые вот как у нас возят людей. Какие у нас тут лужицы. Вот смотрите, проблематично как она будет сейчас плавать. Наши улицы. Проблематично. Оп! Оп! Вот, хорошо. Ныряет, плавает. А это после каждого дождя у нас вот еще яма становится глубже и глубже. Одна едет, газелька. Администрация. Это улица Колхозная, напоминаю. Обращался по телефону. Вот у нас лужицы такие. Сказали, что даже засыпать нечем. Никому, никому дела нет. Хотя перед выборами. Сейчас посмотрим, как она сначала. Лучок. Начало Квасняковки, асфальтировали. Застеснялся. Остальное. Он даже испугался ехать сюда, в эту лужу. Вот так мы живем. Село Квасняковка, Колхозная улица. Не хочет. Боится. Ну и правильно делает. Машина дороже. Продолжение Квасняковской темы. Город Энгельс, село Квасняков. Вот нас вот еще большая лужица. Не знаю, испугается или нет. Но это лужа мелочи. Вот как они плавают у нас. Это лужи мелочи. Вот сейчас посмотрим. Улыбается как они, водитель. Что ему остается будет преодолевать? Потихоньку, потихоньку. Так, дальше. Так, 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 так. Вот как у нас. Ну этого все не почем. Какие у нас тут лужицы. Вот смотрите, как она будет сейчас плавать. Давай. Оп! Оп! Хорошо. Смелее, смелее. Ага, вот еще. Молодец. Она едет, газелька вынырнула. Это улица Колхозная, напоминаю вам. Вот такая у нас улица Колхозная. Никому, никому дела нет. Сейчас посмотрим, как она будет. Лучок. Давай. Застеснялся. Он даже испугался ехать сюда, в эту лужу. Не хочет. Боится. Ну и правильно делает. Машина дороже. Вот еще на наши колхозные прибыло. Не знаю, испугается или нет. Но это лужа мелочи. Это лужи мелочи. Вот сейчас посмотрим, как они будут эту лужу преодолевать. Тихонько, потихоньку. Так. Так, 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 так. Ну, этому все ни по чем. Ну, давай. Смелее, смелее. Ага. Молодец. Вынырнул. Вот такая у нас улица Колхозная.